Москва. Вот и Москва. Вот такое обшарпанное. Точно. Сейчас все посмотрим, ребят. Вау. По-взрослому. Ну что ж, он в женскую одежду пойдет. Тоже шмотки в основном, ну хорошие. Нам на самый верх надо что-нибудь. Он не знает точно. А вы там в гугле нагуглить, Антох, ну? Понятно. Короче, я не уверен, что мы вообще даже магазин найдем, ребят. Ходим, ходим, ходим. Ай. Антоха вообще... Вы спрашиваете, что здесь будет бессмысленно, потому что они на первом этаже могут даже не знать, что там за отдел на втором. Не нашел? Там, по-моему, чисто этот. Тряпки. Он и был здесь, это, в кафешке. Питание. Он и был здесь, да. Что, нету? Да вот неплохо, ну как по мне, вот это блестящее, не? Мне не нравится. Мне не нравится. Вот такой материальчик хороший, ну, по ощущениям. Материальчик, да. Сильно яркая, так, ну вот такая же, но вот потемнее. Так. Синенькая такая же. Ну что, нету даже примерно похожего. Ну да, да. Даже примерно похожего нету. Вот еще на камеру, чтобы видно было, да? Да. Ну примерно, да. Ну как бы я со примерно снегом, поняла. Да не обязательно. Но она как бы вот, ну как, не знаю, что среднее между спортивкой и классикой. Что-то не, только непонятна фактура материала, знаешь, ну как бы из чего она. Это не плащевка вроде бы как бы. То есть она матовая, не блестящая. То есть фактура вот может быть даже вот такая вот. Как раз ведут. Ой, извините. На. Ба. О. Надо понадёжнее посидеть, чтобы рука осталась. То легкое, как легкое чувство неловкости. Да. Когда ты рукожоп. Ну протупил чуть-чуть. Кто знал, что там все заперто, навзничь. Косяк. Что теперь тогда? С ноги. Да я не на Тухачевского, чи куда там надо? Мы на Тухачевского были только что. Это вот Тухачевского. Вот это Тухачевского. Ну, хотел умное слово сказать, но оно как залегло в сознание. Не удалось. Сейчас поедем на Карла Маркса, попробуем. Там. Хорошо. Едем, ребят, на Карла Маркса. Попробуем там найти что-нибудь. Ну, что-то я так понял, задача из нелегких. Вот. Какой-то магазин вроде здоровый, ни хера ничего нету. Ну или мне так показалось, знаешь. Согласен. Они еще, знаешь, много магазинов, они все маленькие, за счет этого там у них ничего нет. Да. По 2 квадратных метра, 2 пальта висит. Говорю, магазин, ну большой центр, а ничего нету там. Мы с Антоном говорим. Почему там ничего нет? Потому что. Ребят, мы куда-то приехали, не знаю, что-то уверенности нет, что найдем эту чудо-куртку. Какая-то она фендиперсовая, нужна с накладками, вкладками. Попробуем найти. Ой. Так вот туда, короче, идти надо. Куда-то. Недалеко, по идее. 100 метров показывают, ну, относительно недалеко. 100 метров как-то дошкрябая. Галоши сняты, ребят. Городской лук, или как он называется? Стайл. Был президент, у тебя встал перед галошами? Я тоже без этих. Нет, а мы когда-то снимали в галошах, ходили, в галошах ходили. Они говорят, что ну что ты, Ирки, не купишь ничего, только в галошах и ходит. Мы же везде как-то. Как видос, так я в галошах. И то, выдаю только когда куда-то в магазин. Да. Так босиком. А я, Андрей. Или в бутылках пластмассовых. В лодках. Да. Пакетах. Ну было дело, что лукавить. Хватай, купай. Да. Беги. Вот как раз здесь надо будет купить, чтобы не тянуть далеко. Так он у дядька оттуда вытащит. Ну, гад. А вот такой магазин «Карамель». Тут раньше пингвин висел. Пингвина украли.
Я так понимаю. Это наружное было всегда. Но оно и есть. Написано же. Он костель. А хостел, а я костель. Не от слова кость, от слова хость. Как правильно. Поэтому хостель. Хостел. Хостель, да, ну я ж так. С музыкой, ребят, нас встречают. Как только мы приехали, нас и встречают. Дядя тут не ест, что? Подменяют их. Тут вообще дядьки должны держать балкон. Ну, как видите, тетки. Ну, дума, кто ж тут работать будет. Дядьки сидят, тетки работают. Логично. Пойдем сразу на ту сторону перейдем. Пока люди идут, да. Давай. Меня фиксируют за мои предсмертные скалы. Зафиксировал. Камеры может не остаться, но флешку, если там поковыряться в осколках, ага, можно будет найти и увидеть, как хрустят мои кости. Ага, как и все такое. Да, я тоже так придумал. Ага, пойдемте сюда. Ой-ё. Мы выйдем куда-нибудь? Да. Там не друг, а дом. Я знаю. Я был тут. Да. Не обосраться. На вот этой фигне, говорю, не обосраться. На какой? На вот этой. Вау. Ты боишься, что ли? Чуть-чуть. У меня вдруг ноги закусит. Кто? В носках от них побил. Ну кто на вот эта фигня? У меня как заедает. Давай. Тихо, не дёргай, я буду сориентироваться. Ужас. Да, да. Для меня, да. Видать, не тот этаж, мадамский. Едем выше. Андрюха. Да я сейчас сам буду, как взрослый, Ира, иди. Еман. Правда, смотришь, погромко это не объявляли. Шепотова Ирина, вы потеряли своего мальчика. Да что вы. Все будет хорошо. Блин, ужас какой, с непривычки. Наверху все. Что за цены, скажи, Антон? Ну, ветровка 20 тысяч. Нормальная цена? 20 тысяч кофточка. Типа 300 рублей пачками брал. Кто-то? Ветровка 20 тысяч. Не, я понял. Все, уезжаем отсюда. Не, ну что, ну как бы, ну трудно, знаешь, ну как бы мне трудно осуждать человека, как бы, ну если у него получается по такой цене. Ну да, я согласен. Да, ну, ради... Его право повесить по такой цене, да, а ты купишь, не купишь уже. Это же дело добровольное, знаешь, как бы. Согласен. Хочу, покупаю, хочу, не покупаю. Так, ну что, спускаемся? Да. Ема, оно как складываются ступеньки у меня прям. Думаю, сейчас ступенька не туда попадет. Как бы на пол ступеньки, если встать, и все, нога в дребезги. Я поняла, Андрюш, у тебя все веселые истории, как бы связанные с тобой, они связаны с какими-то защипами. Ира. Что? Ничего. Не надо вот это как афишировать, или как правильно сказать. Ну а что, море, крабы, защип. Дома джинсы, защип. Да что, это вы насобирали коллекцию такую. Коллекцию защип? Ну, с этих историй. Идите, первое, я буду тут прыгать. Как? Сейчас как поедет, ты. Да не бега. Не, ну тут хоть нормально, как по-людски. Ногами. А там, наверное, еще одна есть. Этаж? Нет, лестница, там с той лестница. Стороны нет лестницы. Не вон, куртофан у дядьки. Ну да. Может, лучше-то а вот будут. Что-то, да. Ну да, он со смехом и ничего. Цена, конечно. Это, наверное, это.
Я что-то устал. Я хочу домой. Козочкам. Кулочкам. Мы еще даже. Там еще третий этаж есть. Есть и третий. Японский бог. Вот эта тема. Да я не знаю, что это такое. Ну это электрический мопед, наверное. Ну, электрический мопед, да. А, ну да этот еще. Так он лего сделан классно. Под ржавчину, это ж ну краска. Это не ржавчина. Я понимаю. Сколько ж такой самолет стоит? Охренеть. Так а вон наверное дальше, который стоит там. Модная. А, ну тот да вообще. С большим городом. Охренеть. Ема! О, кайф! Снова в машине, наконец-то в машине, или как правильно? Ух! Я сегодня ни разу, не получилось второй раз закрыть. Находилось. Они же такие неразработанные двери задние, поэтому туговаты. Ой, простите. Ехаем дальше, ребята. Еще не все. Еще процесс. Блин, уже домой хочется. Хочется. Далеко? Да нет. А, уже. О, как. Сейчас поедим, ребят, покажем, что мы поедим ли вообще. Не знаю. Хотелось бы поесть. Туалетик в шаурмячной. Сейчас поедим. О, культурно все. Нормально. Выключаюсь. Со слуком. Опа. Ох, а что-то проваливаюсь. Проваливаешься? Сильно мягко? Живой, что ли? Нет. Нет, конечно. Не, ну хрен его. Андрей везде ищет живые растения. Ты не видишь, оно не живое. Не вижу. Откуда я вижу? Уже вижу, пощупал, да? Да, вот через 3 метра видно. За 3 метра видно, что оно не живое. Симпатично. Вот это шамон. Не нравится тебе такую кухню сделать? Цвет. А что я взял через шамон? Потому что я такое хотел купить одно время, сделать кухню. Ну это не. Ну так называется. Да. Ты уверен. Ну было так. Тогда. Ребята, шамон. Я так думаю. Ну я когда на фабрике заказывал этот распиловку, такой цвет у них шамон назывался. Ну похоже вообще. Уверен. Ты, практически. Что именно этот цвет назывался шамон. Похоже. А прямо он, по-моему. Уверен. По-моему, ничего будет кухонь. Фасады. Нет, я имею в виду. Ты уверен, что мы это про фасады и такой цвет. Ну, давай так. Поговорим. Нет, ты уверен, что этот цвет называется шамон? Да при чем не я его назвал? Что ты до меня допалась? Нет, ну ты уверен, но ты его называешь шамоном. Да, но я его называю. Ты уверен, что это? Это не я его называю. Я же вам объясняю. Там, где распиливают, ламинат. Ты уверен, что именно этот цвет ты называешь правильно? Не я, там называю. А я их когда заказываю... Я их не вижу, я ему говорю, слышу только тебя. Я ему говорю, ребята, дайте мне шамон. И они мне такой цвет дают. Дают тебе на. Да. И пилят как не надо. Я же вот такие фасады пойдет там. Или не нравится? Нет. Нет? Почему нет? Бля, прям такой, как дерево. Нет? Светленько. Ну как, ну кухня не будет темная. Нет. Странно, по-моему, симпатично. По-моему, не красиво. Не играют с вами. Почему не симпатично? То, что не симпатично. Под натуральный похоже. То, что фактура дерева иногда это самое. Это наше, нет? Я не слышал такое. Это чай. А, чай. Это наш. Ладно, ребят, чай. Разберемся мы с шамоном. Это другая история совсем. По-моему, нет чего-то. Там видно будет. Че? Видно будет. Такое? Никакое. А что у тебя нет? Никакое. А что это такое? Греческое. Ну, сейчас посмотрим. А у меня шаурмян, да? Я так понимаю. Ну покажи, что за гира. Как оно выглядит. Ну, там курица внутри. А, ну пышка и картошка с мясом, да? Да. Ну понятно. Такое... По весу, ребят, нормально весит. Стоит как самолет, но... 110 рублей. Угу. Это такие гроши на вырки. Воробья в поле загонял другими руками, да? Да. Ни хера себе. Пока идет одно тесто, ребят. Вкусно.
сухое. Будешь остренькое? Не-не. Нет, не айс. Полкилограмма мяса купить можно. На 110 рублей. Это на 110, но полкилограмма фарша купить мясо. Там можно было такой стейк забыть сдать. Ну как. Сочный, смачный. Я думаю, лучше делать. Конечно. Ну или мне попался такой. Ну, давай поменяем. Не, я не об этом. Ну просто рассуждаю. Вот этого там кетчупа, майонеза мало, для проскальзывания. Мне просто пока сухого тут в уголку если чуть-чуть хочешь, есть. Давай да ну глупость. Зажижило. Сейчас усы пердусы вымажу. Уже не достал. Ой, блин. Нам салфетки дали, мы потом усы пердусы вытрем. Кушай, детка, кушай. Лишний ободок потом. Лишний. Чтобы пожевал. Сначала камеру включать. Да-да, мне же надо. Что, усы пердусы нормально? Нормально. Все, у тебя с усами хорошо. Ну, не такая проблема, значит, усы. Много на них не унесу. Нормалек. А морковка в видео, которое я достала у тебя из шерсти. Домашнюю? Утреннюю. Ну, ты обещала? Даже вчерашняя. Нет, и то не из усов, раз. Я же из шерсти отсюда. Нормально, чёт. Жизнь-то налаживается. Плохо, хорошо, но все равно поели. Чуть-чуть. Но дома лучше. Смачнее, вкуснее. Ладно. Блин, включил камеру. Вейтер сразу. Что за дела? Фигня какая-то. Ребят, поели, силы прибавилось. Сейчас будем еще магазины посещать, искать благословенную куртку. Ира где-то вспомнила, что тут вроде как есть еще поблизости. Какая-то, возможно, не одна, да, я так понял, магазина. Ну там, да, Осин, Модис и Фамилия должны быть, ну как бы, сосредоточение. То есть, ну как вместе здесь они. Хорошо. Ну если здесь, ну как бы ничего не найдем, то тогда я даже не знаю бы дальше. Нет, ну места много, можно поехать, ну, ехать дальше по другим дорогам. Да, наверное, уже хватит, и так много. Ну сейчас посмотрим, ребят, может уже и найдем, что там обсуждать. Разберемся.